Доброго дня, Владимир. Это видео про ваш одуванчик. Вот смотрите, это ваш одуванчик на моем тестовом адаптере. Сейчас я проверю его в моей камере. Я запрограммировал фокусное расстояние 85 мм и диафрагму 1,4. Время задержки входа в режим программирования 1 секунда. Ссылку на полную версию по программированию инструкции и мою видеоверсию инструкции по программированию, по основам программирования, я вам высылаю в письме. Это специальная полочка для установки одуванчика на объективы Samyang Hrakenon. И это маленький кусочек двухстороннего скотча, на который вы сначала установите одуванчик. То есть вы по моей видеоинструкции клеите сначала полочку на ваш объектив, на байонет вашего объектива, предварительно зашкурив место установки полочки до желтого металла. Затем, после того, как вы наклеили полочку, вы по калибру наклеили полочку, потом уже по калибру клеите на двухсторонний скотч одуванчик. И только после того, как вы убедитесь, что одуванчик вы наклеили на скотч правильно, то есть вы вставите байонет с одуванчиком на скотче в камеру, если вы увидели диафрагму 1,4, значит все правильно. Значит, вы отмечаете, как у вас наклеен на скотч одуванчик, убираете скотч, обезжириваете, наносите маленькую-маленькую капельку клея с помощью зубочистки, которая идет в комплекте здесь в упаковочке с клеем. Ни в коем случае не наливайте клей из тюбика. И аккуратненько устанавливаете одуванчик. Следите за тем, чтобы ни в коем случае клей не попал на контакты одуванчика. Сейчас я упакую ваш одуванчик. И он поедет к вам. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.